Сейчас, подожди. Видишь экран? Вон бандикам, и что? Это не бандикам, это ОБС. А, это этот. А ты нажми, там должно быть 30 минут. Ну, вот идет. Какое 30 минут? Тут не написано. Запись прямо идет. 30 секунд! Ах ты падла! Так я останавливал. Да. Ну и чё? Давай обмен. Чё там у тебя чучело говорит-то? Давай обмен. Как? Вот серьезно, давай, вот серьезно, прям вообще давай. И плюс ножик туда давай. Ну. Ну ай да, ты первый. В обмене. Так где? Я тебе говорю, ты давай, я тебе даю обмен и все. И мы расходимся, да? Ты не понял, я тебе даю обмен. Ты его принимаешь? Как ты мне его дашь? Может создашь? Чё? Может создашь обмен? Сейчас. Фига ты, бля. Ты где только месяц обманываешь, где даже меньше. Короче, смотри. Давай вот сейчас серьезно, без смеха. Не могу. Все, подожди. Ща, ладно, все. Отсмеюсь, все, подожди. Ща, можно я микрофон Все, давай. Короче, вот, все. Спокойно. Не могу, спокойно. То есть ты не можешь нормально разводить людей, да? Только со смехом. Ладно, все. Вот серьезно, все. Серьезно. Вот, я тебе предлагаю сейчас обмен. Угу. Да. Угу. Все. Все нормально. Нет, подожди, ненормально. Неправильно скинул, да? Все, все хорошо. А если у меня нету этого стимгварда? Что? А если нету у меня стимгварда? Ну так как ты хотел получить нож-то, если у тебя нет стимгварда? А ты мне так скинь. Так если я скину, тебе все равно подтверждать надо будет. Если у тебя нет стимгварда, то... Да есть, не бойся. Ну тогда давай я кидаю. Вот. Да, запись идет, ты точно убедился. Запись идет. Как вы меня наебываете, да? Короче, смотри, вот. Ага, я кидаю. Смотрю, только не знаю, что смотреть. Нет, ну ты не смотри. Я тебе сейчас скину, короче, обмен, сейчас только. Насую тут всего. Насую. Сейчас насую. Так, и в обмен. А ты на какой улице живешь? На огромной. Просто размером с целую планету. На пустыне, что ли? Нет. Так, ну ладно. Так. Сейчас я скину. Да речи давай, уроки мне делать. Да надо. Подожди, мне быстро надо все сделать. Мне уроки много делать, еще плюс тех учить. А, школьник, ну все понятно. Бля, сам тупо ТУшник, не так ли? Так, сейчас. Я стараюсь как могу, я быстрее не могу скидывать, понимаешь? А ты не сможешь ржать, да? Молчи. Я не буду ржать, меня запретили. Меня запрет на смех. Ладно, все. Давай, серьезно, я сейчас скину. Ладно, я пока... Какой пока? Давай в скайпе, чтобы все честно было. Да я нет, я пока что на полигоне поднимаюсь. Так. Скидываю, как много у тебя скинов. Ну, скоро не у тебя буду, да? Нет. Жалко нож отдавать. Так, короче, вот все. Я тебе кинул обмен. Вот ты его можешь увидеть. Ты его видишь? Да чё-то нету. Вот. Ну, у тебя в телефоне есть? Демонстрацию видишь экрана? Угу. Видишь, я тебе скинул обмен? Угу. Да, теперь принимай его. А как? Ну как, заходишь в уведомления,
Здесь такая, А ты видишь? вниз, 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 покрути-ка вниз, покрути-ка. Сейчас. У меня не крутится почему-то. А ты Вот. вон. А ты по этим, по самой вот Все. этой. Там еще. Там больше нету, это все. Вон еще. Отправленные предложения ожидают 3 штук. Ладно, окей. Дальше идем. Вот. Сука. Но это не принято, видишь? Ну, а теперь наверх подними. А вот еще ниже есть. Видишь, не принято. Отец картошки. Так, ладно. Ну и что? Так. Хватит смотреть. Блин. Давай принимай. Да у меня не показано, смотрю. Смотри, я тебе даже демку покажу, смотри. Демонстрация экрана. Сейчас, подожди, ну? выкатываю. Смотри. Ну? Смотри, вот видишь? Блядина. Ну? Вот, видишь? Предложение обмена, и хуй не грузит. А ты нажми F5, нажми. Кнопку F5 нажми. Ща, погодь, блядь. F5. Нажимай. Нажимаю. У тебя должно обновиться. Вон, смотри, вот сюда смотри, вот сюда смотри. Ну? Вот видел? Чё я увидел? Я ничего не видел. Вон, грузит там. Да ебал ты меня допиздываться. Давай, я жду. Чё ты ждешь? Принимай. Как я тебе при мысли не могу туда зайти? Через телефон. Через телефон от зарядки сейчас поставить, скажу, подожди. Сейчас микрофон, сейчас подожди. Смешно, да? Сейчас подожди. Так, как же это долго ждать. Ну ладно. Подождем, 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 подождем. Ты давай там принимай, я все слышу. Давай принимай. Ждать долго, долго. Так, сейчас я пришел, сейчас все найдем. Сейчас подожди, ну? Сейчас 5 минут он подзарядится. А зачем 5? Там с 1% уже можно включать. Ну он не включается. Ну подожди, пока включится. Зачем 5 минут ждать? Блять, да он не включается, говорю, зарядки ноль. Ну сейчас, когда включится, тогда. На босса, на воздух. Издеваешься? Там вон, а на вас, сори. Ну? Чё, ну, сейчас надо еще на первый этаж сходить. Зачем? Я на втором. Что? Я на втором, а не на первом, дурак. Я сейчас не понял. У меня зарядка на первом этаже стоит, а я сам на втором за компьютером. Понятно тебе? Это странно. Ну ладно, неважно. Я понял. Просто странно то, что у тебя 2 этажа. Я не один, потому что живу. А там чучело до сих пор сейчас сидит? Наверное, я не знаю. Вебку включи-ка. Я ее нету. Ты че видишь? Да честно, нету. А как тогда ты записываешь ролики? Так я через другой компьютер, я через ноутбук. А это компьютер. А у тебя показан компьютер, то, что у тебя на компьютере стоит видеокарта. Так я тебе говорю, я с компьютера сижу, а не с ноутбука. Да ты вон там даже на одном видео сейчас зайдут. На одном видео показывал свой компьютер с веб-камеры. Да где? Да вон! Ну? Ну? Я все свои видео снимаю через ноутбук.
Сейчас, подожди. Там, если даже я показал компьютер, то это... Я не знаю. Это кто добавился? А, нет. Или это кто-то добавился? Здорово. Ты кто? А, это секретная информация. Ну чё, скидывать ты надоел, будешь? Чего? Ты скидывать будешь? Бля, он срать это. Кого? Да всё, потом для срать это что, блядь, дебил он. Да просто в КС-ку мы хотим всё поиграть, вот он. Так а зачем он сюда пришёл? Да он говорит, что добавь, добавь, я его добавил. Он... И ему срать приспичил, он пошёл какать, сейчас придёт через минуту. Самый прикол то, что это я сейчас записываю. Потом будет смешно. Кстати, видео я сразу без монтажа, наверное, выложу. Не, ну монтаж, конечно, я сделаю. Кто-то пишет в чате. Очень. Ладно, пацан, хватит уже наебывать, а? Рубай свою рубрику. Так я тебе говорю, принимай, получай нож. Да ты обманываешь! Так ты докажи! Чем ты можешь доказать? Я тебе показал свои трейды. Да ты... Блин. Там не принятые трейды. Три трейда. Ну? Они не принятые. Один из которых твой. Я тебе говорю, ты принимаешь трейд и все. Канал кидай, канал кидай. Сейчас скину канал. Так, Новосов. Давай принимай трейд и получай нож. Я уже... все, мне надоело. А ты сначала ножик скинь, которого у тебя нету. Так у меня на первом аккаунте есть два ножа, видишь? А там у тебя его нету. На первом аккаунте два ножа, видишь? Там сажи и гамма волна. Ты говорил то, что бабочку. Так она на сайте. Там нету ее. Да, сложно. Сложно обманывать. У меня на сайте нож. Сложно обманывать. Понятно? Сложно обманывать. Пластинку заела? Блять, в КС-ку ебаную зашел, я как бы... Ну давай! Что? Ты будешь да тебя подтверждать или нет? Мы договаривались на Фобос. Что? Мы договаривались на Фобос. Так я тебе говорю, ты принимаешь, получаешь нож, я тебе возвращаю твои скины. А докажи пруфы! На Ютубе будет пруф, и я скину это видео. Тогда увидишь. Прими и получишь нож. Ты, блин, достал уже. А докажи. Вот у меня сейчас видео снимается, понимаешь? Доказательство. А ты покажи на где, которым ты скинешь нож, докажи то, что ты перекидывал нож. В смысле? Я не понял. Ну, пруфы. Как я тебе покажу, что я перекидывал нож? На сайте вот найди history. Историю. Если найдешь историю, я тебе покажу. Там нельзя, там только коины можно перекидывать. Ты говоришь, что там нож перекидывал. Я нож выводил людям, понимаешь? Ну, а там на Steam выводил. Да. Ну, а там можно в историю найти. Так найди мне историю. Да в самом Стиме. Как сложно. Как я покажу их аккаунт? Объясни. Они мне скидывали трейд ссылку. Я по трейд ссылке трейд ссылку вставлял скинап и им отсылал. Что непонятного? Как я что к ним в аккаунт зайду и посмотрю? Да в истории все равно. Как я покажу? Историю найди мне на скинапе. Вообще-то можно через Стим даже, если ты перекидывал скины. Тебе говорю, со скинапа бот отправлял нож этому человеку. Я как посмотрю? Я там только коины, не пизди, я там был. Я выводил нож. Ладно, все. Ты на YouTube попадешь, ты на YouTube попадешь. Давай пока. Ты не понимаешь? Ты на YouTube попадешь, давай пока. Да ты понять не можешь. Давай пока, наебщик. Да докажи, ты не можешь доказать, понимаешь? А ты докажи то, что ты отправлял. Так найди мне историю в скинапе.
сейчас я зайду. Так я тебе говорю, найди историю, где можно посмотреть, где я кому передавал. Айда, мой друг тебе все скины передаст с КС-ки. Ну, ты ему нож отправишь. Пусть меня добавит тогда. Я тебе говорю, если ты найдешь в скинапе то, что я трейдился, то есть отправлял нож, то тогда я тебе покажу демонстрацию крана. А то он тебе то есть все скины должен отправить, да? Как сложно. Да, все, вообще все. Ты сейчас говоришь то, что... Как ты говоришь? Ну я не буду матом говорить. А я нашел потому, историю. Ну и где она? Вон, видишь, вон, около своего ника, внизу справа, там настройка, ну, такой настройка, туда нажимаешь, вниз смотришь, там, вот, тут написано, переводил, который. Сейчас посмотрю. Так, скин ап. Братан, знаешь, что прикол? Скин? То, что голос на канале и твой совсем отличаются. Да ладно, ты обманываешь? Да. Да, я могу разными голосами говорить. Да? Да, это же так смешно, да? Ну? Скинап. Захожу в настройки. Ну где? Вон внизу, тут видно. Тут нет такого. Есть! Подожди, или что ты говорил? Подожди, заново. Вон, около ника правее. Я нажал настройки, подожди. Давай. Ну, около ника правее, настройки, ну, такое. Подожди. Ща. Так, значит, смотри, я нажимаю настройки. Это колесик такой. Угу. Так, нажал. Угу. Дальше. Вниз. Вниз. Вон внизу написана вся история. Но там как бы не переводы скинов. Вот в чем проблема. А ты демку покажи, я тебе покажу. А ты коины покажи ты. То, что у тебя коины есть. Какие. Покажи. Ща покажу. Видишь? Экран видишь? Ты не включил. Экран видишь? Ты его не включил. У меня колесик. А, это у тебя колесик или у меня колесик? Ну, видишь экран? Ну. Видишь экран? Ну. Видишь? А, у тебя нет. Наёбщик. Вон у тебя, вон, там не было. Ой, наёбщик. Тот прикол, который это другой аккаунт. Ничего? Там даже ник другой. Видишь? Так. Да, алло. У меня что-то скайп на компе заглючило из телефона, подожди. Да подожди, секунду. Секунду, подожди. Просто секунду, я еще перезагружу скайп. Просто... Короче, жди, сейчас, подожди. Так. Скайп.
что есть? Ну, я перезашел. Ну. Что ну? Смешно. Братан, это точно твой Steam аккаунт? Конечно. Добавь меня. А как тебя добавить? Ты добавился ко мне? Да. Что-то я не вижу. Айда, он тебе все скины дает. На каком аккаунте? Пусть он мне добавится к этому. Которому я обмен даю. А, бомбочка, где бомбочка? Не бомбочка, а вот этот вот, который... Майнкрафтер? Это не Майнкрафт, это Антюрнет. Это Майнкрафт. Это Антюрнет. Майнкрафт. Антюрнет. Майнкрафт. Круглический Майнкрафт. Ну? Он добавится? Добавляется, я не иду. Сейчас посмотрю. Ну, вот вижу. Добавляюсь. Как вы долго это вообще? Алло, я добавился. Ты, ДЦП. Да ты не добавил меня. Добавил, ДЦПшник ты. Сам ты ДЦПшник. Скрин могу скинуть. Так нету! Новых приглашений ноль. Ты добавь меня. А, вот, все, пришло. Добавил. Сейчас зайду. Ай, да он тебе все свои скины, а ты ему нож, укай. Я не могу. Да. Точно? А подожди, что не могу? А, скины не могу передавать. Ну и тогда как я тебе дам нож? Вопрос. Не-не-не, смотри, короче, смотри. Ну? Отсяк. Да, долго. Не пищи-ка до хера. Так ты ж не можешь обмениваться. Тихо будь. Кому ты говоришь обмениваться, если он обмениваться не может? Тихо будь. Ты задержку как снимешь? Ну? Все трудно, забей, все, отвали. Трудно все. Я тебе говорю. Как я долго жду. Сейчас попробую. И долго мне ждать? Я что сказал, Толи? Там все трудно. Но вы хотите нож, но вы не хотите его получить, понимаете? А? Ну и? Да, это надолго. Он куда пошел? Да срать, наверное, пошел. Он же хотел. Нет. Я уже посрал. Еще позавчера. Ну что, пацан, нам будешь скидывать или в YouTube попадешь? Ну вы уже попали. Прикольно, что. Привет, YouTube. Привет подписчикам. Короче, вы будете скидывать или нет? Кто-нибудь из вас? У нас нет скинов. Вот именно. Мы бомжи. Ну и? Ну? Что? Ну? Айда, ты нам скинешь этот ножик, мы его обменяем на скины, тебе его скинем, ты нам нож даешь. Так я тебе говорю, ты скидываешь скины, я тебе даю нож. Знаешь, я тут скинул, говорю, я тебе надоел.
Ладно, давай так. Ты мне скинешь половину. Я тебе скидываю нож, ты еще половину. Сейчас будет думать. Не-не-не, смотри. Ты даешь нам нож, а мы тебе ничего. Согласен? Нет. Ну тогда пошел нафиг. Ну? Я тебе сказал, пошел вон. Че вы сливаетесь-то? Ты че, ДЦПшник, что ли? Че вы сливаетесь? Нет. Ну? 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 Баранки гну? Да. Блядь. Ну? Баранки гну, сказал. Ну и? Пацаны, на басы пойдем, мы тебе роутер задудосим? Что? А дайте мы роутер задудосим. Заново, подожди, я не понял. Давайте на задудосим. Даю. Я не понял, что это. Уж почисти, говорю. Да я не понимаю. Ой, колхоз. Он в деревне живет, не агрис понимает. Ну, короче, чё? Нужен нож или нет? Короче, ты идёшь нахер. Ну, я-то могу пойти, мне всё равно нож останется у меня. А у тебя его и нет, потому что который ты скидывал. Как же это сложно. Стой, пацан, вебку включи. Я? Да. Так у меня её нет. Yeah. Да, а на ютубе, на ютуб-канале есть у тебя вебка. Слушай, расскажи ему. Я одну и ту же историю рассказывать не хочу. Я не помню. Так я тебе говорю. Вот, ладно, расскажу еще раз. У меня веб-камера на ноутбуке. Вот. А у тебя ноутбука нету, ты говорил. Ну? У тебя ноутбука нету, говорил ты. Я такого не говорил. Когда играли, говорил. Нет. Да, у меня осталось даже этот фрагмент. Ну? Ну, ты нам скидывать нож будешь? Я тебе сказал. Я тебе кидаю там... обмен, ты подтверждаешь. Я тебе скидываю там... нож. У тебя там чучело, как называется? Пацан. Ну? У тебя чучело как поживает, говорю. А, оно ушло. Отошло, ну, точнее. Ну-ка, пизжели дать ему. Что? Дай ему пизюлей хороший. Почему у меня Дискорд не скачивается? Потому что я пока что дудо. Короче, можно решить прямо сейчас или нет? Ай да, ты нам первый скидываешь, мы подтверждаем, потом тебе даем все скины. Так я тебе говорю, мне для видео нужно. Ты и так снимаешь, тебе хватит. Тебе хватит для видео. Это одно видео. А будет другое видео, понимаешь? Ну, это скинешь между того. Я тебе говорю, давай ты мне что-то скинешь, убедишься, я тебе скину нож, и ты все остальное. Нет, ты у меня скинул, дурак, ты тупой. Да? А в инвентаре у тебя что? Это не Ивоны, это не Ивоны. Это у моего друга, у нас Лада Классика 1 на 2, и ты его скинешь все. А у одноклассника есть скайп? Он ему потрейдится. Ну, короче, у одноклассника... Блин, у одноклассника нашего новый аккаунт. Он не может получать... Ну, скины... Он, короче, трейдится, я тебе так скажу. На ставках играет. У него пантрейдинг всегда тот аккаунт.
Короче, если ты не отдаешь ножик, то ты в Ютубе. Так, ладно. Я попаду на Ютуб, но пиар-то мне. Пиар-то тебе жалоба пойдет, дебил. Вот чем прикол, пиар-то мне. Mm-mm. Да. Не-а. Да. Не-а. Братан, ты думаешь, меня ни один ютубер не снимал еще? Сколько у тебя подписчиков на данный момент? Секрет. У него 1000 подписчиков. Ну, включай его. Включай его друга, маму и сестру. Я вижу. Тут целых 0 подписчиков. И еще у тебя шапка вообще топовая. Какая шапка? У меня бабушка лучше зафотошопит. А это не фотошоп. Кто сказал, что это фотошоп, это пейнт? Смотри, зайди на мой профиль. Да ведь? Это мне бабушка в пейнте сделала. Как я на твой профиль зайду? В стиме. Сейчас. Найду, где друзья. Друзья. Так. Сейчас зайду. Ну и что? Ну вот. Это я хочу похвастаться. Ну и? А ты на какой аккаунт зашел? В смысле, какой аккаунт? Ну ник, как называется? Дизи? Ну да, вот, Дизи. Ну? Вот, что там? Там бабушка это его, этот, в пейнте редактировала. Так это ж не пейнт, это чё, это гимп. Это пейнт. Это гимп. Это пейнт. Нифига. Это гифка, значит гимп. Нифига это бин. Не, короче, смотри, вот то, что это снег, это в фотошопе было сделано, а вот то, что без снега, это в пейнте. Ну и что? Хвастаюсь. Ну круто. У тебя даже на видосиках, как называется, такая начальная картинка ущербная. И? На Васов новый чит для бессмертия, за который не забанят в CSGO. Вообще мощное название. Ага. Ну что, ты нам будешь скидывать наш? Ну я предложил, ты скидываешь несколько скинов. Хотя бы половину, и ты этим доказываешь. Братан, у тебя перчатки были? Перчатки! У тебя были перчатки? У меня? Да. У меня были. А какие? Какого цвета? Да разные были. Были красные такие, с черными. А у меня статрек Азимов был. Азимов перчаток нету. Это АВП, дура. Так ты же мне говорил. Ну, он говорил. Ну и что? А еще я летать умею. Ну, по фотке видно, ты же этот, попугай или кто? А, это я сам поиграл. И тем более попугаи не летают. Ой, в спину с третьего раза убил. Ой-ой. Мощно. Ну, короче, чё? Ты нам будешь скидывать? Да, я готов. Скидывай, первый скидывай. Так я сказал, ты скидываешь мне. А ты какой нож скидывать будешь? Какой просил, такой и скину. Нож бабочки у тебя нету. Да, это наверное, продлится еще на часов 5, наверное. Наш спор. Я же ища такого пацана, бля, в скайп добавлю, который тебе все задудосит. И иннет навсегда вырубит. Стой. Ты понимаешь это, пацан? Да. А хочешь, чтобы он тебя задудосил? Да мне все равно. Ты его не отдудосишь, потому что ты Wi-Fi не сможешь включить. Да, у меня не Wi-Fi. Ну, модем. У меня не модем. А что? Я не помню, как это называется штука. Ну, короче, такая... Залупа, да? Не знаю, как объяснить. Ну, говори. Палка, короче, знаешь? Я не знаю, как объяснить. У меня, ты нам покажи трейд, что ты скидывал. Так там нет трейда.
понимаешь? Где нету? Там не показывает рейд. На скинапе. А ты нам сначала говорил то, что ты в стиме перекидываешь. Я тебе говорю то, что ты мне скидываешь скины, кидаешь свой трейд ссылку, и я по трейд ссылке твоей отправляю. А дай сейчас рейд ссылку, ты туда закидываешь ножик, потом только подтверждаешь. Подожди заново, подожди, скажи опять заново. Я тебе кидаю трейд ссылку, ты на нее скидываешь нож, потом убеждаюсь, я тебе обратно даю его, и ты мне обратно его отдаешь. Так ты мне не сможешь дать, у меня задержка. В обмене. Ну подождешь. Что подожду? Нож же, который я тебе обратно дам. Потом через несколько дней встретимся. Через 15 дней. Ну. Это твои проблемы, что у тебя задержка. Ну да. Ля, я колесик от циркуля потерял. Вот я дам. Может тебе новый купить? Колесик от циркуля. Ну давай. Давай, а сколько он стоит? Где покупать? Скинь, да он где покупать? У него из золота колесик был. Не нашел. А, нашел, бля, ну ладно. Ты нафига нашел, он бы тебе 180 тысяч отдал бы, дурак. Золото здесь больше стоит, ты че? А, не, это серебряный. О, нет, значит он не нашел, у него золотой просто был. А, понятно. Еще скажи, там с бриллиантами внутри. Не, бриллианты. Нет, бриллиантов нет. Если бриллиантов был, то там бы не закручивался бы. Мы проверяли. Ну, короче, чё? Кто-нибудь скажет мне, почему у меня Дискорд не скачивается? Что за говно? Не знаю. Должно скачиваться. Дисорд. А ты нам ножик будешь отдавать? Да. Давай, давай. Так я ж готов, давай, скидывай мне. Ну, скидывай первый. Я тебе сейчас трейд скину, ты его примешь, ладно? Ладно. Точно? Это не мой, а свой. Так а я что сейчас... свой? Ты мне трейд свою ссылку скинь. А ты сначала скинапа мне нож выведи. Так я не смогу вывести. Чему? Понимаешь? Ты мне кидаешь скины, потом я тогда вывожу тебе. А у тебя там нету коинов. А кто сказал, что скинап у меня один? У меня же много аккаунтов. Два. А ты... Два. А кто сказал, что у меня два? Это немного. Это не... у меня не два. У меня больше. Ну ладно, один. Скидывай все свои аккаунты. А я не могу, они секретные. А-а-а. У меня есть такой аккаунт, где есть Вой МКБ. А-а-а, ясно. Я натрейдил там, хорошо натрейдил. В общем, давайте, я скидываю сейчас. Ты принимаешь и получаешь нож, потому что мне это уже надоело. Хорошо. Сейчас я скидываю, и ты принимаешь. Окей. И прям твой друг убедится, то, что я тебе скину нож. Кидайте пока трей ссылку. Кому скидывать нож? Мне. Кидай трей ссылку. В Steam или куда? Я не знаю. В Skype. Давай. Что, давай? Давай, в Skype скину, в Skype. Давай. Так. Только правильно кидай, ладно? А то потом будешь говорить то, что он не пришел, там, типа. Правильно скинь. Окей, сейчас скидываю. Давай, скидывай. Вот. Трейд ссылка это такая длинная фигня. Вот она. Так. Ладно. Так. Сейчас я тогда трейд отправлю. А ты сразу нож покажи, да, готовь его. Что? А ты нож готовишь? Как это готовь? Если бот отправит нож, то как я ему могу готовить? А как он отправит? Вы не выводили никогда на сайтах? Нет. Я ввожу трейд, отправляю, бот отправляет нож. Что непонятного? Да, отправляй на первый. Так я тебе говорю, прими обмен. Ай, да ты первый отправь. Так я не смогу отправить, ты понимаешь? Почему? Потому что у меня не отправится. А как вот у меня отправится? Вот когда примешь, тогда отправится.
Смешно. Да ты не умеешь просто обманывать, да? Давай вот прими вот прям вот. Я снимаю сейчас видео, вот я это все выложу, давай. Да ты уже как 3 часа уже снимаешь. Нет. Я сейчас снимаю второй раз, так что я снимаю хрен знает сколько. Я снимаю уже 50 минут. Подожди, я пока что карточки покупаю себе. Включи-ка еще раз демку. И чё? Включи. Ладно. Посмотришь, как я его скины перекидываю к тебе. Давай. Видишь? Угу. Видишь? Оп. О, у меня 15-й левел. Оп. Ты говоришь, оп, что ты снимаешь? Да. А, чё-то я никакого фрапса, бандикама, вот, ни хрена не видел. ОБС. Open Broadcaster, знаешь? Software. Вот идет запись. Вот идет время. 41 минута. Видишь? Мощно. Видишь? Я все это снимаю. Кто-нибудь знает, как фиксить? У меня твой белый экран. У тебя белый экран. В смысле? Короче, я вижу у тебя все белое. Ну, типа, знаешь, белый оттенок. Как будто негатив. Я не знаю. Что за говно? Ну посмотрел, все. Я отрубаю. Ага. Дальше начинаю перекидывать. Да, это надолго. Так, короче, ты готов принимать? Сейчас, подожди. Потому что мне уже надоело. Что делать? Все, я кинул. Давай, ну, принимай. Сейчас, подожди, сейчас. Шушуть. Предложение обмена. Да. Ответить на предложение. Ну. Подтвердить. Давай. Обменяться. Сейчас. Пишет. Сейчас, подожди, за телефоном скажу. Давай. Только давайте уже закончим с этим, пожалуйста. Мне уже надоело. Подтвердил. Точно? Я сейчас проверю, подожди. Давай, подтвердил. А почему ты так хочешь? Нет, ты не подтвердил. Подтвердил я. Нет, я могу показать демку. Покажи. Слушай, я показываю почему демку. Ты так хочешь обменять какие-то скины на нож? Так я видео снимаю. Вот в чем прикол. Я потом возвращаю ему скины. Да ты не Донбасс, пацан, понятно с тобой. Какой Донбасс? Индомбас, все, давай. Пацан, да не, пацан, останавливай, надоел уже. Останавливай показ. Ну? Пока. Ну, они долгие. Ребят, всем спасибо за просмотр, с вами был я, Александр Новасов. В общем, я снял такой маленький видеоролик, конечно, он был не маленький, но, я думаю, было все понятно. То есть, я нашел просто человека, который хотел нож, я ему предложил скины, а он отказался, он просто, ну, в общем, вы поняли, я хотел ему дать нож за его скины, а потом вернуть ему скины, как вы уже поняли. И, в общем, так получилось то, что он не захотел нож, он не захотел это, он не захотел ничего. Вот так вот. Как-то. Вот и все. На этом наш видеоролик заканчивается. Раздача ножей, которая шла дофигища времени, целый час. Ну, ладно. Все-таки итог понятен. Он нож не получил. Не получил не из-за того, что я там его обманул. Нет, он сам его не захотел получить. Понимаете? Вот в чем прикол. То есть,
закончилось это тем, то, что человек сам отказался от ножа, а потом мне в комментариях почему-то пишут: «Ой, я обманываю, прям обманываю». Так вы подтвердите обмен, вы докажите. Вы не можете ничем доказать. Это просто вот вы говорите. Вот я вам только что доказал, и таких вот видеороликов я могу снять тысячи, которые не могут подтвердить обмен. А потом мне пишут: «Ну ты там неправильно снимаешь, ты вообще не снимаешь, в общем, что-то такое, и обманываю я там что-то еще, в общем, матом, ну вы поняли». Ребята, вы проверьте сначала, вот, а потом говорите. Я вот снял только что видеоролик по скайпу, вот вы слышали их. Кстати, скайпы я запалю их. Эти вот скайпы. Я запалю их скайпы. И все, вы сможете им звонить. Ну как, не гриферить, ну вы поняли, короче. Звонить им, говорить то, что Новасов не врет. И все, ну я им уже нож, конечно же, не дам. Ладно. Мы на этом, наверное, заканчиваем. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Новасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Новасов. Пишите комментарии под видео. И всем удачи, и всем пока.